Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и сегодня у нас легендарная битва игрушек по играм. У нас сегодня встречается в левом углу ринга Roblox, игрушки по игре Roblox, а в правом углу ринга Fortnite. Вы же голосуете в комментариях, какая игра вам нравится больше и почему. Обязательно напишите, почему вам нравится больше. И сегодня будут приколюшки распаковки, и, по-моему, в Роблоксе должны быть промокоды на всякие скины и все такое. В общем, откроем, посмотрим, надеюсь, что-нибудь попадется. Я все вам дарю. То есть, как бы это... Все промокоды я покажу, и вы ими можете воспользоваться совершенно бесплатно. Я их не буду вводить в игру. Давайте начнем, наверное, с Роблокса. Давайте вот так у нас справа Fortnite. Я их положу. Так, а слева у нас Роблокс. Вот так. И начнем с вот этого маленького кубика серия 7. Это седьмая серия игрушек, я так понимаю, уже вышла. Ничего себе, сколько я всего пропустил. Как вам, кстати, этот Roblox? Я в Roblox не играю. Я играю в Fortnite, поэтому, наверное, Fortnite я дам балл за это. Ну, за то, что я в него играю. Ой, тут открылся сундук сразу же. Так, все. И вот такой у нас кубик. Кубик Рубик. Тут написано L. L это что значит? Roblox. А, B здесь. Это типа можно будет сложить из них это название. Здесь написано, сделано в Китае и номер. То есть то, что это типа лицензионное. Открываем коробочку. Коробочка открывается. И здесь сюрприз. О, вот такая коробка. Ну, коробка по качеству так себе, я могу вам сказать. Этих денег не стоит. А, да, все эти игрушки можно купить в магазине toy.ru. Они мне их прислали на обзор. Так что переходите по ссылке в описании. Оригинальные Roblox и Fortnite только у них в магазине. Так что покупайте по моим ссылкам, и будет вам счастье. И в подарок получите щит от этого. От плохих игрушек. Опаньки, смотрите, а тут внутри лего. Я уже нахожу что-то. Какие-то ноги очень странные, похожие на лего. Далее, кто это? Опаньки, новый персонаж. Вы посмотрите, какой приколюшный. Квадратный. А что у него в спине дырка? А, наверное, его можно... Опаньки, ничего себе. Это что, это супер редкий? Это легендарочка? Они вообще бывают по редкости? Так, это плащ. Какой-то у нас зимний солдат получился. То есть это, нет, это колдун. Эксклюзива, виртуал. А, вот он, кстати, промокод, про который я вам говорил. Вот, можете его вводить. А, его надо стереть? А, да, его надо стереть, извиняюсь. Ой, мои ногти. Так, сейчас мы его сотрем. И вы, кто первый, короче, его введет, того и бонусы. Так что вот, запоминайте, ставьте на паузу, записывайте себе. Вот промокод на что-то там. Roblox.com Toys. То есть вы можете себе такой скин в игру, я так понимаю, заиметь. А здесь что написано? Item Robs. Так уж все понятно. Промокодики будем вводить сегодня. Давайте соберем сначала нашего типа. Вот такой он приколюшный. Не, слушайте, они очень приятные на ощупь. Они как будто бы пластик резиновый. Такой, как резиновый пластик. Прикольный. Так, ноги вставляем. Чик. О, он защелкивается прям. Такие у него ноги. Они еще подворачиваются вот так. А что он такой подвижный? Он может не только сидеть, но и как-то нагибаться странно. Я думал вообще сначала, что это лошадь в обратную сторону, типа ноги. Так, тут у нас крутится все. Дальше у нас есть плащ, который можно одеть нашему герою. Чик. Опа. О, это прям этот... Как его зовут? Это прям как этот, Бэтмен сновидений. Ну вот это уже злодейский шлем. То есть он такой прикольный, веселый, а шлем-то злодейский. О, плотно одевается. Ого-гошенький, вы только посмотрите на этого мачо-мена. Это будто бы смерть с рогами. И в таком деловом костюме. С приветом по планетам, который был у них этот, граф Злыдень. О, вот на него похоже. Прикольно, слушайте, классно. Так, и давайте посмотрим, кто же это нам выпал. Это редкий или что это вообще? Или тут у них нет по редкости? Ты такая красивая. Roblox Mystery Boxes. Так, ищем нашего типа. Вот он. Джек Халип написано. Так, Jack of L Trades 101. Вот он. Так, но он красный. Красный это обычный тип того. А, они все обычные, короче. Mystery Box. Ну, короче, понятно. Ладно, этому коллекционную бумажку убираем. Эту убираем в сторону. Открываем теперь у нас Fortnite.
Fortnite новиночка вот эта. Это у нас серия третья. Это которая вот появилась вместе с ламой огромной новой. Это вот прям самые новые фигурки, которые вышли. В той ру они уже есть, стоят 1000 рублей. Series. Так, здесь, наверное, лучше ножницами открыть. Лицензионная голограмма. Вот какие бывают там скины. Я бы себе хотел сеть диджей. Диджей хотел бы себе. Как раз недавно меня завалили. У меня на стримовом канале StreamChannel проходят стримы по Fortnite. Вот последний раз я стримил 1.5 часа. И там меня убил такой диджей. И знаете, он меня убил киркой, прикиньте, он меня унизил. То есть я там сидел в доме, он ко мне подошел сзади и киркой меня надавал. А я даже вообще испугался, потому что я не опытный игрок. Ну это прям испугался. Так, здесь у нас коллекционная бумажка. Так, давайте открывать. Это Veggie Solo Mod. Это Solo Mod? Или что это? Это скин такой? Здесь в комплекте у него есть этот топор Тора, типа того. Вот такой красивенький. Далее есть подставка, на которую он может стоять. Смотрите, да, тут дырочка. Это металлическая подставка. Это очень долго строить такую штуку. Она прям долго строится. То есть нужно много ресурсов и много времени, чтобы такую штуку железную построить в игре. И сам наш персонажик, вот он, смотрите. Ну и как всегда, они очень подвижные, классные. По качеству исполнения, вот, конечно, я бы балл дал Fortnite за то, что он, ну, такой прикольный, и у него такая подвижность большая, то есть у него и носочки двигаются, и колени двигаются, там, и вот так, и вот так. Но качество материалов лучше в Roblox, он более приятный на ощупь. Поэтому, как бы, так, 1-1 балл. Так, тут у него пояс крутится. Голова и крутится, и наклоняется вверх-вниз. Вот, видите? Так, и локти у него двигаются. Так, чик. Вот так, хоп, хоп, может танцевать. Ну, у меня по Fortnite есть отдельное видео. В правом верхнем углу будет ссылочка. Посмотрите, если кто не видел. Там я открываю ламу, открываю большие наборы Fortnite. Обалденные наборы. О, и вот так он может сидеть на мотоцикле. И сзади у него, видите, эта штука, чтобы вставлять туда всякие эти... Ну, вот эту штуку, конечно, можно вставить. Типа, он защищается, так? Но нет, на самом деле, это для ног. То есть, он мож... его можно поставить на вот эту штучку. Ногу сюда, чик. Ой, все, он настоит. И он настоит на своем металлическом листе. Ну, что-то он не хочет особо стоять. Но его надо поймать. Оп, все, стоит. Не стоит. Ладно. И вставляем ему, разумеется, топор. Надо как правша, это получается держит топор вот здесь. Вот сюда вставляем в руку. И вторым типа поддерживает вот тут. О. Давай. Чик. Чуть-чуть немножко дубовый пластик. Вот Overwatch фигурки, они, конечно, вообще покруче будут. О. Смотрите, вот такой у нас с топором. Офигенный тип, слушайте. Мне нравится. Так, ладно. Убираем и смотрим, что же у нас в коллекционной штуке в этой. А в коллекционной штуке у нас прям как в ламе. Вот эти персонажи. У нас получается топор. А он редкий, нередкий. Какой он вообще? Вот они топоры. Вот он наш топор зелененький. Новинка, видите? Вот то, что они вот новые появились только недавно в обновлении. Вот. Clan Cut. Вот эта новинка. Зеленый это типа редкий. Ну, типа ну, такой... Необычный. Типа, есть у тебя вообще серый. Так, а наш персонаж. Вот еще новинки, смотрите, всякие зонтики. О, это, смотрите, супер-пупер редкий зонтик. Так, а где наш персонаж? Новинка. Он же должен быть новинка. Вот он. Эпо. Впо или как его? Верджи. Новинка, вот он. Новенький герой. Ладно, погнали дальше. Дальше у нас Роблокс. Так, пока баллы я даже не знаю. Не буду, наверное, я баллы считать, типа, кто лучше, кто круче. Потому что все-таки у меня рублоксов не хватает больших наборов. Потому что в той ру были большие наборы роблокс, две большие фигурки. Но я не успел их себе заказать. Так, открываем, опять же, сундук. Все как надо. А они могут как-то между собой соединяться? Потому что тут такие точечки сверху. Вот зачем вот эти точечки, кто знает, сверху на упаковке? Они могут вставать друг на друга? Да. О, и получилось бо. Да, они держатся вот так. Ты такая красивая. Так, все, мы освободили. Открываем. Кто же? Я надеюсь, без повторок. Хоть без повторок. Да, есть, без повторок. Это какой-то... Что это? Кто это? Очень страшно.
Страшный человечус. Так, освобождаем все. Так, ну бумажка там будет такая же, я вам ее показывать не буду, я уже вам один раз показал. Так, давайте, вот он наш типус. Кто это? Напоминает Слендермена. Он такой страшный. Его ноги. Чик. Чик. Давай, вставай. О, очень плотно встает, кстати. О, вот этого колени уже сгибаются, у этого чуть-чуть по-другому механика. Да, ноги у него чуть по-другому сделаны. Так, дальше у него есть прическа. О, прическа в стиле футболистов. Такой, знаете, офисный чувак. У твоего бати такая же прическа, не? Оп. И у него... А, это Гарри Поттер! Ё-моё, как я сразу не догадался. У него есть палочка. Это Гарри Поттер. Чик. Опаньки, все, идем на битву со злом. С тем, кого имя нельзя произносить. А я скажу. Его зовут... Я забыл, как его зовут. Ну, наверное, это судьба, чтобы я его имя не произносил. О, вот так он у нас. Слушай, такой подкачанный Гарри Поттер. Смотрите, у него грудина какая выпирает. В фильме он такой не был подкачанный. Дэниел Фредклифф. Красава, качаешься. Так, мы что, стираем промокодик для вас, для подписчиков. Чик. Я, правда, не знаю, что эти промокоды дают точно. Они, наверное, скины дают или что-то, или бонусы какие-то в игре. Вот. Короче, на Roblox.com заходите тойс и вводите вот эти циферки. Кто успел, тот и съел. Кто первый вел, кто смотрит видео закупоч, тот получает ништячки. Если на этом видео будет много лайков, знаете, что мы сделаем? А мы купим большие наборы Roblox, большие ламы Fortnite за 9000. Короче, друзья, поддержите мой канал, потому что YouTube в последнее время с ним происходит что-то странное. Так, это у нас серия, по-моему, вторая или первая игрушек. Но зато фиолетовая коробка. То есть это очень редкая игрушка, типа фиолетового цвета. Вот, так что, типа, если вы это... Короче, это, помогите. Только ваши лайки могут помочь вылечить YouTube. Потому что у меня, видели, мне обзоры вообще не выдают в поиске. Вот если ввести Fortnite в поиске, там ни одного моего видео не найдете. Хотя я снимал очень много. Я снимал Funko Pop Fortnite. Снимал игрушки Fortnite. Наклейки Fortnite. Чего я только не снимал. О, вот такой у нас тип внутри. Вау, вот это мое почтение. Вот это топорик. Вот это я понимаю. Кстати, мы забыли посмотреть Roblox Гарри Поттера нашего. Кто, как его зовут? Сейчас я быстренько пролистаю. Что это за серия? Ты такая... Что-то я не могу найти. Вот он. Darkenmoor. А что Darkenmoor? Почему он черный мор? Почему так? Darkenmoor. Эдвард. Эдвин. Странно. Так. Подставочка из кирпичей. Уже попроще. Вот из кирпичей обычно, когда уже финал на моем уровне, все строят себе хатки из кирпичей. То есть нормальная тема. Потому что есть первый уровень из досок, но доски вообще не помогают. Там выстреливаешь в доски, они разлетаются в щепки. А еще прикол, я однажды стал топ-1, там тип строил, у меня была золотая ракетница, я золотой ракетницей разнес его вообще в клочья. Так, и вот он наш типус, наш, так сказать, сова, видите, тоже ночной. О, они прям вот как два друга, смотрите, как два брата-акробата. О, прям на заставку даже можно ставить, типа, кто есть кто, кто круче. Вау, слушайте, приколюха. Так, у него тоже крутятся плечи, крутятся кисти, то есть он может держать. Так, голова тоже крутится, он и наклоняется, пояс тоже крутится, то есть он может делать вот так, типа, зарядку. Ох, дышите, не дышите. Так, у него такой приятный костюм пластиковый, его можно раздеть? Такой щ... Нет! Я не знал! Слушайте, их, оказывается, можно разбирать. Так, а как это теперь обратно сделать? Вот так. Да, вот так он собирается. Только теперь он не держится. А, возможно, вот так. Зря я его сломал. О, все, да, вот так он застегнулся. Да, их, оказывается, можно разбирать. Только теперь он постоянно соскакивает. Вот здесь качество уже что-то как-то так слабенько. Попробуй запихай его еще туда. О, ну все, вроде как запихал его, все нормально держится. Так, ноги у него... как будто бы под юбкой тоже в коленях движется. И носочки... Не, здесь у этой фигурки носочки что-то не двигаются. А может, ботинки можно снять? Ботинки можно снять, нет? Такое ощущение, что их можно снять. Не, наверное, нельзя. Не, ну они двигаются. Опа.
И топорик ему вот этот можно тоже точно так же вставить. Чик в руку. И типа он его придерживает вот так рукой. А, ну он может даже двумя руками ее держать, слушай. О, вот такой у нас чувак. Вау. Обалденно смотрится, слушай. Вот этот мне нравится больше, не зря он редкий. Так, и можно, разумеется, его поставить на подставочку. Чик. Чик. А еще эти подставки можно соединять между собой. Да, стоит на подставке. Давайте посмотрим, кто это по редкости. Так, топор у него. Топор у него, по идее, не особо-то и редкий. Где наш тип? А, там же другая коллекционная бумажка-то должна быть. Что-то я не понял, куда я потерял коллекционную бумажку. Ладно, мы в этой посмотрим, по идее, они одинаковые, должна быть тут. Что-то я ничего не нашел. Давайте же открывать самого большого Роблокса, который у меня есть сегодня. Это что у нас? Дикий кот. Дискор. И смотрите, тут промокод уже золотой. То есть там были обычные промокоды, а здесь уже более редкие. Так что смотрите, не пропустите. Вот такие у нас бывают. Тут написано все по-английски. Я даже не знаю, как это перевести. Тигр, капитан. Это капитан Тигр. Это типа капитан Тигр. Зовут его. Чик. Большая фигурка. По-моему, по Роблоксу вот эти фигурки самые большие. Кто в курсе? Вот эти. То есть больше купить нельзя. Чтобы, ну, как побольше был. Так, тут коллекционная бумажка своя. Так, промокодик оставим на сладенькое. Вот сюда его положу. Так, бумажку. Давайте смотреть, что тут есть. Тут есть меч. О, у меня был обзор на канале на подделки Roblox. Там качество было отвратительное. Здесь прям такой пластик толстый, плотный. Прям очень красиво смотрится. Ну, согласитесь, шикарно. Далее, что тут у нас? Хвостик у него. Хвостик на шарнире. То есть его можно в попец ему вставить, чтобы он был настоящим тигром. И сам наш капитан Тигр. У вас есть такая фигурка? У кого есть такая фигурка? Оп. Так, сначала вынимаем его. Ну, вот такой кот. Вот такой кот. Слушайте, а по размеру он... Да, по размеру они такие же. То есть нет, по идее, смысла покупать вот эти дорогие наборы большие. Можно и в маленьком попасться что-нибудь нормальное. Руки крутятся, ноги крутятся, в коленях тоже крутятся. То есть сидеть он тоже может. Чик. Только что-то тут не до конца крутится. Тут что-то плотно крутится, что-то у него тут застревает. Так, ладно. И разбираться, по идее, он точно так же может. Да-да-да-да-да. То есть пояс ему можно вынуть. Чик, шляпа снимается? Не, шляпа не снимается. Возможно, это просто редкая фигурка. Типа с такими крыльями. Давайте вот крылья вам покажу. Так, все, больше ничего интересного. И вот эти крылья, как в Человеке-пауке у Стервятника. То есть вот так вставляем раз. И вставляем два рядышком. Не особо удобно сделано. Типа каждое крыло подпирает себя. То есть их можно использовать только вдвоем. То есть по одному крылья не получится вставить. Ну такой, слушайте, прикольный котяра. Как ему? Мне нравится. Так, осталось ему вставить этот хвост. Чик. Вот, хвост вставили. Такой кот в сапогах. Кот в шляпе получился. А, и в сапогах. И сапоги у него тоже есть. У него сапоги только что-то разные, видите. Один вот такой, один вот такой. Один кожаный сапог, другой железный сапог. Почему так? Так, и вставляем ему меч. Опаньки, вот такой у нас получился котяра с мечом. Ну как вы думаете, кто бы победил вот в этой битве? Как вы думаете, кто кого? Кот или же вот этот совенок? Совенок против кота. Тыщ, тыщ, тыщ. Так, ты такая красивая. Так, ладно, иди полежи, котяра. Так, а у нас с вами стирание промокодика. Кто первый, тот получит золотого промокодика. Ты такая красивая. Так, опаньки, вот она. 4973, ну, короче, вы поняли. Запоминайте, ставьте на паузу. Опа, и там. Вот такой промокодик у нас. Те были красные промокоды, а эти желтые. Ну и бумажка. Будет ли она отличаться или все будет то же самое? А, да, смотрите. Тут есть геймпак. Здесь золотые они. То есть там они были красненькие геймпаки, типа, ну, по редкости. А здесь типа супер редкие. Мистери бокс. И где-то я даже уже заметил нашего кота. Где? Я же его когда я открыл, только его сразу заметил. А, вот они, летящие. Коре Пэк называется. Тигер Капитан. Вот он, красавчик.
Ну слушайте, нарисован прям как на картинке, да? Не отличишь. Отлично. Ну и последний у нас остается. Чик. Fortnite. Так, это у нас фиолетовая фигурка, тоже типа супер редкая. Ну не супер редкая, типа просто редкая. Или нет, или зеленая просто редкая. Я просто забыл, как называется. Я знаю, что сначала идет серая, потом зеленая, потом фиолетовая, потом золотое. По редкости. Это вот такое, типа золотая самая редкая. Так, разорвали коробку, как всегда. Молодец, Денис. Чик, открываем. Так, бумажку надо не выбросить, посмотреть сразу. Давайте сразу посмотрим, будет ли в этой бумажке наш филин. А то я так и забуду про него. Так, у него топор какой-то ледяной. Что-то тут топора такого нету. Не, нет такого топора. А филин есть? И филина нету. Короче, все, мы потеряли бумажку с филином. Тут есть только вот эта девчонка. Тикнигуэ. И у нее вот такая штука, которая для покраски. Тоже фиолетовая, редкая. Ренэч Роллер. Я, кстати, в игре таких не встречал. Так. Вау, ничего себе, она с крюком идет. Смотрите, какая приколюха. Тут и крюк у нее. Вообще, то есть можно цепляться и ездить вниз. На тросах, на тросе. Там еще такой магнит появляется прикольно, когда на тросе спускаешься вниз. Здесь деревянная, самая обычная доска. Самую, которую легче всего строить. И, оп, сейчас. Итак, достал я. Слушайте, прикольная фигурка. По наполнению одна из самых прикольных, но по качеству мне не нравится. Слишком тонкие ручки, ножки, и она прям какая-то такая хлюпенькая ощущается. Но у нее очень подвижные ноги. Смотрите, они вот так типа и вот так крутятся, и вот так типа можно делать. И здесь, и в коленях они крутятся, и в бедрах, и руки здесь. Ну, короче, вы поняли. Приколюшка в том, что тут есть маска, которая одевается ей на лицо. Вот так она одевается, но не держится, она постоянно отваливается. То есть вот как бы прикольно, что она висит, как ожерелье у нее. Скорее всего, ногу, голову можно снять, эту маску вынуть. Но, типа, было прикольно, если бы она одевалась и фиксировалась на носу. То есть вот видите, вот так, если бы она фиксировалась. А так она постоянно отваливается. Ну да ладно. Потом еще приколюха, что есть капюшон. Вот, он одевается, и она в капюшончике становится. Вот такая красотка у нас. Вау, шикарно, скажите. То есть, если что, можно капюшон в любое время снять. Или одеть. Интересно, а на другого типа можно надеть? Ну-ка, иди сюда, ледоруб. Нет, ему не подходит особо под стиль. Ну, вообще не налазит особо. У него голова какая-то маленькая. Не, ему не подходит. А вот ей прям подходит идеально. Да, вот такая она в капюшон. Так, тихо, маску сюда. О. И, значит, вот эта штука очень прикольная. То, что, вот, типа, она граффити рисует. Ей даже эту штуку можно воткнуть сзади. О, и вот так она бегает. Ну, она держится плохо. Ну, воткнуть можно. Типа, ну, если поставить куда-нибудь для фоточки. Для фоточки, видите, можно поставить. Классно смотрится. Вот, и вот этот крюк, его можно куда-нибудь цеплять. На руки, на ноги. Но, по идее, нужно именно держать его. Типа, вот так. Сейчас я вам покажу. Чик. Так, что тут с локтями? Как куда? Чик. Так, это берем сюда. Оп. Вот это берем сюда. Опаньки. О, и вот так она держит. Все, она готова идти красить стены. Так, недорого. Кому сделать ремонт в комнате, пацаны? Принимаю заказы. Так, и, конечно же, ее можно поставить на вот эту подставку. Чик. О, и вот так она бежит, типа того, уже красить вещи. Ой, слушайте, офигенно, офигенно. Ну, не знаю, друзья, делайте ваши ставки. Кто вам понравился больше, Roblox, вот они, друг против друга, или Fortnite. А я, пожалуй, буду с вами прощаться, с вами был Закупыч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Скриншот.